Совместный научный форум был организован не случайно. Здесь, в техническом университете, встретились представители разных поколений, чтобы вместе рассказать о том, что же такое Великая Отечественная война и какие мнения сегодня существуют об этих исторических событиях. Меняется время, количество ветеранов из года в год становится все меньше. Все дальше уходят от нас события тех роковых сороковых. К сожалению, именно этим зачастую пытаются воспользоваться те, кто ведет другую серьезную войну, информационную. Прошло уже столько десятилетий после окончания этой войны, выросли новые поколения, идет процесс определенной переоценки ценностей, кто-то умышленно хочет исказить итоги войны. Конечно же, очень важно, чтобы молодые люди отдавали дань уважения своим старшим товарищам, ну, фактически своим дедам. Вот, и я думаю, это тоже служит делу воспитания высокой культуры белоруса. Проведение подобных мероприятий является одним из элементов патриотического воспитания. Для формирования устойчивого мнения о роли Великой Отечественной войны в защите интересов государства необходимы образовательные мероприятия, которые станут отличным поводом для открытых дискуссий поколений. Ведь кому, как не ветеранам, есть о чем вспомнить. Решили пригласить самые различные поколения, начиная от ветеранов, непосредственных участников Великой Отечественной войны, и нашу молодежь, для того, чтобы состоялся вот этот разговор, для того, чтобы состоялся вот этот обмен, для того, чтобы молодежь услышала те мысли, те впечатления, то, что пережили наш народ, наши ветераны. Все мероприятия, так или иначе, связаны с ветеранами, которые еще до сих пор у нас есть более 2700 человек в Брестской области. И они самые почетные гости на всех мероприятиях. Во время таких встреч молодые люди из первых уст могут услышать неподдельную историю о подвиге советского народа в священной войне. Для молодежи это отличный урок мужества и чести. Это пример того, насколько нужно любить свою родину, свой край, свою страну.